По всей России 12 ноября отмечают особенный праздник – Синичкин день. В этот день мы чествуем прилет зимующих птиц, таких как очаровательные синички, и напоминаем себе о важности помощи этим пернатым друзьям в холодные месяцы. ВДНХ, легендарный выставочный центр Москвы, присоединяется к этому празднику, превращаясь в настоящий рай для птиц. Здесь созданы разнообразные условия для их обитания, и гости могут разделить радость от кормления птиц. На ВДНХ есть несколько замечательных мест для наблюдения за птицами и их кормления. Эти места предлагают уникальные возможности для любителей природы и орнитологов. Каменские пруды с их сочетанием открытой воды и камышей привлекают водоплавающих и околоводных птиц. Здесь можно увидеть уток, лысух и других водоплавающих птиц, которые обитают в этих спокойных водах. Камыши создают идеальные условия для гнездования и укрытия. Старинная Шереметьевская дубрава, памятник стойкости природы, служит убежищем и местом кормежки для множества видов. В этой дубраве можно встретить дятлов, синиц и других лесных птиц, которые находят здесь пищу и укрытие среди старых дубов. Чтобы увидеть все с высоты птичьего полета, отправляйтесь на воздушную экотропу. Эта уникальная подвесная дорожка позволяет наблюдать за птицами с высоты, открывая захватывающие виды на лес и его обитателей. Эта подвесная дорожка вьется среди верхушек деревьев, открывая уникальные виды на птичью жизнь. Здесь можно увидеть птиц, которые обычно скрыты от глаз, и насладиться их пением и поведением в естественной среде. И, наконец, посетите парк Останкино – бескрайние зеленые просторы, граничащие с ВДНХ, где можно прогуляться среди березовых рощ и лугов, наблюдая за разнообразными птицами. В этом парке можно встретить певчих птиц, таких как соловьи и дрозды, а также хищных птиц, которые парят в небе. Парк Останкино предлагает идеальные условия для наблюдения за птицами в любое время года. Когда осень сменяется зимой, природа вокруг нас начинает меняться, и это особенно заметно в ВДНХ. ВДНХ встречает множество пернатых гостей, которые приносят с собой особую атмосферу зимнего волшебства. Синицы с их акробатическими трюками – обычное явление. Они порхают с ветки на ветку, создавая живую картину среди заснеженных деревьев. Эти маленькие, но энергичные птицы всегда в движении, и их яркие перья добавляют красок в зимний пейзаж. Дятлов, легко узнаваемых по ритмичному стуку, можно заметить за усердным поиском насекомых. Их настойчивость и сила впечатляют, и они играют важную роль в экосистеме, помогая контролировать популяции насекомых. Вороны, известные своим умом, часто собираются в большие шумные стаи. Эти птицы обладают удивительной способностью к адаптации и могут находить пищу даже в самых суровых условиях. Их громкие крики и сложные социальные взаимодействия делают их одними из самых интересных наблюдаемых птиц. Поползней верных своему названию можно увидеть ползущими вниз головой по стволам деревьев в поисках спрятанных лакомств. Эти маленькие акробаты обладают уникальной способностью передвигаться по деревьям в любом направлении, что делает их наблюдение особенно увлекательным. Воробьи с их веселым чириканием добавляют свою мелодию в зимний воздух. Эти маленькие певцы всегда активны и создают ощущение жизни и движения даже в самые холодные дни. Пищухи, мастера маскировки, сливаются с корой деревьев, по спирали взбираясь вверх. Их умение оставаться незаметными помогает им избегать хищников и находить пищу в самых неожиданных местах. Сороки с их ярким черно-белым оперением и длинными хвостами привносят нотку элегантности. Эти умные и любопытные птицы часто привлекают внимание своими громкими криками и игривым поведением. Сойки, известные своими яркими синими перьями, радуют глаз вспышками цвета в зимнем пейзаже. Их яркие перья и мелодичные крики делают их одними из самых красивых зимних птиц. Сов, бесшумных ночных охотников, иногда можно заметить в сумерках. Их присутствие выдают таинственные крики. Эти загадочные птицы обладают удивительной способностью охотиться в полной тишине, что делает их настоящими мастерами ночного неба. А если повезет, можно увидеть ястреба, парящего высоко в небе. Его зоркие глаза высматривают добычу на земле. Эти величественные хищники обладают невероятной силой и скоростью, что делает их одними из самых впечатляющих птиц, которых можно наблюдать в ВДНХ зимой.
Каждый вид птиц на ВДНХ обладает уникальными особенностями и играет важную роль в экосистеме. Синицы, например, прожорливые пожиратели насекомых, помогающие контролировать численность вредителей. Дятлы своими мощными клювами создают в деревьях дупла, которые служат местами гнездования для других птиц. Вороны, которых часто считают проказниками, очень умные существа со сложной социальной структурой. Поползни обладают удивительной способностью лазать по деревьям вниз головой, цепляясь сильными когтями и пальцами. Воробьи, хоть и малы, играют важную роль в распространении семян. Каждая птица по-своему способствует хрупкому равновесию природы. Зима ставит перед птицами множество трудностей. Дни становятся короче, температура падает, а найти естественные источники пищи становится все труднее. Подкормка птиц в этот критический период обеспечивает их столь необходимым пропитанием и помогает экономить энергию. Предоставляя дополнительный корм, мы увеличиваем их шансы на выживание, гарантируя, что эти яркие создания будут и дальше радовать нас своим присутствием. При кормлении птиц важно давать им безопасную и питательную пищу. Это помогает поддерживать их здоровье и энергию, особенно в холодные месяцы, когда естественные источники пищи могут быть ограничены. Подходящие варианты – черные семечки подсолнуха, богатые жирами и калориями, которые дают необходимую энергию. Эти семечки особенно полезны для мелких птиц, таких как синицы и воробьи, которые нуждаются в высококалорийной пище для поддержания своей активности. Сальные шарики или сало – еще один отличный источник энергии, особенно в мороз. Они содержат много жиров, которые помогают птицам сохранять тепло и оставаться активными даже в самые холодные дни. Семена нигер, также известные как семена чертополоха, предпочитают щеглы и другие мелкие птицы. Эти семена богаты маслами и белками, что делает их идеальной пищей для птиц, которые нуждаются в дополнительной энергии. Очищенный арахис, который можно купить в большинстве продуктовых магазинов, питательное лакомство. Они содержат много белков и жиров, которые необходимы для роста и поддержания здоровья птиц. Не кормите птиц хлебом, он может навредить их пищеварению. Хлеб не содержит необходимых питательных веществ и может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие и дефицит витаминов. Шоколад, авокадо и кофеин также токсичны для птиц, и их никогда нельзя предлагать. Эти продукты могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая отравление и даже смерть, поэтому важно избегать их в рационе птиц. Чтобы сделать наблюдение за птицами еще интереснее, отправляйтесь в парк Останкино, где установлено множество кормушек. Они расположены в стратегически важных местах, чтобы привлечь разнообразные виды птиц. Для тех, кто хочет побаловать пернатых, в автоматах возле главных входов в парк продается специальный корм для птиц. Этот корм разработан с учетом особых диетических потребностей разных видов птиц. Кормление птиц на ВДНХ – это не просто приятное времяпрепровождение, но и значимый акт заботы об окружающей среде. Поддерживая популяцию птиц, мы вносим вклад в здоровье и биоразнообразие экосистемы парка. Птицы играют жизненно важную роль в опылении, распространении семян и борьбе с насекомыми, помогая поддерживать хрупкое равновесие природы. Прогуливаясь по ВДНХ этой зимой, уделите минутку тому, чтобы оценить красоту и стойкость наших пернатых друзей. Протянув руку помощи, мы можем гарантировать, что эти существа будут процветать, принося радость и удивление будущим поколениям.